Вот оно, наконец, село Хачик. Дышится невероятно легко. И здесь собирается виноград, из которого делается игристое вино Кёш. Это самые старые виноградники, которые на сегодняшний день есть в Армении, ну и, наверное, не только в Армении. Плюс еще мы находимся на высоте 1800 метров над уровнем моря. Это регион как раз Вайотзор. Тот регион, который я считаю уникальнейшим. И скоро здесь будет очень много людей, которые с удовольствием приедут посмотреть на эту красоту. Я представляю, что здесь будет летом. 33 гектара на собственных корнях. Средний возраст лозы 90 лет. А туда дальше 30-летние виноградники. Как здесь говорят, очень маленькие, молодые. Основные сорта здесь это воскиат и арени. Бинго! Практически дерево. Большая, на собственных корнях. Отсутствие полностью филоксеры. Вообще, конечно, отмороженные, что приехали сюда в такое время. Выпал снег, но заодно хотим показать вам. Ну, все ради вас. Хачик.